Магазин FitTime.ru представляет часы от бренда «Восток Европа». Данная модель получила название «Ракета». Часы механические с автоподзаводом. Работают на базе японского калибра «Сейка». Этот механизм впервые используется в часах «Восток Европа». Его серийный номер NE57. Его отличает центральный индикатор запаса хода. То есть, где расположены основные стрелки, там же стоит стрелка, которая показывает, какой запас хода остался у ваших часов. При максимальном заводе он где-то в районе 40 часов. То есть, видите, вот мы заводим часы вращением в заводной головке, индикатор хода показывает, сколько часы будут идти. Также данные часы, получается, будут заводиться, когда вы будете их носить. За счет того, что в них встроен маятник. Внизу также центральная стрелка показывает дату. Календарь. Безель вращается в одном направлении и позволяет засекать отрезки времени. На часовые стрелки и метки нанесен светонакопительный состав. Он светится в темноте. Стекло у часов минеральное, утолщенное. К1. Его достаточно тяжело разбить. То есть она гораздо прочнее, чем стандартный сапфир. Поцарапать, в принципе, его возможно. Но если специально этого не делать, то никаких царапин не будет. Задняя крышка прозрачная, через нее можно видеть механизм. Водозащита у часов 200 метров. Заводная головка завинчивается на резьбу. Все часы имеют свой серийный номер и выпускаются тиражом до 3000 экземпляров. Вот серийный номер этих часов, 474. Ремешки для часов «Восток Европы» выпускаются на небольшой фабрике в Италии. То есть это полностью ручная работа. Достаточно интересная форма пряжки. Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Мы осуществляем бесплатную доставку по всей России. Спасибо за внимание.